Вот воскресное утро, сегодня 18-е. Большие заботы у людей. Будут избирать царя-батюшку или президента, как его тут назовут, неизвестно там. Ну, а я тут занимаюсь чем? Утром почту проверил. Так вот, только начинаю снимать, ни раньше, ни позже. Что-то меня тревожит. Только-только начинаю распоряжаться своим хозяйством. Все, да? Ну, ты сам замкнешь тогда. Что, затопил в печку-то? Да, затопил. Ну вот. Это вот у меня маленький голубенок здесь. Гуля, 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 гуля. Он уже ручной совсем. Ну, отец что-то сидит. Не очень-то сегодня так активно. Вот он. А мать сидит на яйцах там. Ну, давай, давай, выходи. Давай, гуля, 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 гуля. Да гуля скорее. Иди, покорми его. А то мы уйдем. Вот, а сейчас слетать будет. Вот так. Гуля, 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 гуля. Залетел туда. Вот так. Вот он за ним поперся. Тут ему надо соли. Песок там у нас лежит, глина. И он там сейчас... Ну, там плохо освещается. Так, ну, видно, куда идет. Там баночка. А он теперь здесь топчется, чтобы покормить. Ну, теперь нужно перерабатывать зерно этот малыш-то. Он прямо сухое зерно сейчас ест, сразу запивает из тазика водой. Вот он, тазик у нас стоит. Вот он там ест, придется подождать. Сегодня большая, я много ночью тут встал, в 2-м часу. И тут переписка была какая тут в своем... сотоварищество. Сейчас крылья этот дергается показать, что есть хочет, а так он об еде говорит. Вот так вот, а то он вызывает его. Смотри, я живой. А тут сейчас начинает пшеница там насыпана, мелконький лущеный горох и семечки. Это отец, голубь, самец. Интересно, это дикари. Дикарей поймал, над ними наблюдать намного интереснее, чем за домашними. Домашние вообще никакие. У меня наверху и там породистые сидят, а здесь дикарей взял. За ними наблюдаю, как они в природе себя ведут. Сейчас вот повест, смотри как вот. А этот сидит, клевать не умеет. Вот сейчас, если тот бросит его, ну как вот ребенка 2-летнего где-то оставите, что он будет? Да ничего, он умрет и все. И этот сидит, согнулся, еще холодновато, сегодня не топили. Ну, везде, в избе-то все равно 16 градусов тепла есть. Это вот у нас как раз, это я сижу здесь, мой стол. Это клавиатура тут видно. Ну, вот начинаю заниматься ими. Некоторые осуждают, а с голубями возите, сделать нечего. Почему? Есть чем заниматься. Я уж лет 60 с ними вожусь, больше. С 5 лет. 70 с лишним лет вожусь с голубями. Хорошая птичка. Вот так. А та не вылазит, хотя бы вышла хотя бы на оправку. Гуля, 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 гуля. Погуляй иди. Сейчас отец пить будет, он сухое глотает, а этот ждет, когда он ему размочит, подаст. Это же так интересно, хочет перелезть через брусок. Брусок положил специально, чтобы пшеницу не разбрасывали. Теперь пить будет. Вот он теперь пьет, я уже знаю, что он дальше будет делать. А этот ждет, скорее подай мне есть, вот он рядом. Ну я есть хочу. Утро ранее, сейчас он как кормить его будет. Все, напоил. Теперь он его догоняет. Сейчас он за нос возьмет, изо рта в рот будет давать. Вон как пошел, пошел. Погнал его. А этот машет крыльями, надо зарядку сделать. На одном месте подлетает. Гимнастика утренняя. А этот рядом ничего не поймет, что он машет. У этого крылья-то такие еще никакие. Он только рядом. А этот тренируется. Это утренняя гимнастика. Так. О, вылетела, вылетела та мать. И скорее назад.
Вот так. Я сейчас скорее фонарик возьму, показать, что у нее там есть. Она прям на тебя. Ох. Вот они. Видать, нет там. Я покажу. Это два яйца, на которых она сидит. А тут убирать-то сильно нечего. Немного они. Вот она на минутку только вылетит. И скорее назад, чтобы яйца не засохли. Не застыли, сказать. Вот она. Это мать. Вот интересно, сейчас она как будет. Ей надо попить хоть немножко. Успеть глины там поклевать. И она его не кормит. Ему никак не дает. Если мать что есть, что нет. Она теперь только заботится о новом выводке. Все, в роддом пошла. Все, спрыгнула. Прыгнула, и все на этом. Теперь она садится. Все. Вот она. Вот она села мгновенно. Даже не попила ничего, села. Теперь жди, когда я приду. До дня. Вот какая сила, заложенная Богом, была в эту природу. Ну, а это что? Вот сиди, сейчас слетит он вон оттуда. Сейчас он будет его кормить. Значит, то ему самому надо наесть, зоб набить. Мало поел, сейчас больше будет набирать. Больше этот ждет очереди. Мать никакого значения нету. И главное, не подходит к нему. А вчера подошла его клювом по голове, погладила, погладила и отошла. Дескать, не до тебя. Ей надо все-таки силу сохранить. Она тепло дает яйцам. И вот она выскочила, сколько? Тут буквально минуты даже не было. Ласточки больше оставляют, но там и температура, видимо, другая. Этот ест. Вот так. Смотрит, нет ли какой беды. Мы тоже ждем, когда нам приготовят. Вот придем. Все готово. Сегодня, наверное, больше часа насчитывал. У них большая переписка была. В нашем сообществе, там чат называют. Это сейчас слетит обязательно вниз. Вот пошел. Куда пошел? Да куда ты идешь? Не ходи сюда, не ходи. Сиди там, крылышки пытается, еще ничего нету. А тот наверху сидит. Опять вылетело. Это... Вот она летает, как эта мать вылетела. На яйца опять погрела и скорее. А теперь он около нее. Ей надо попить. Маленько поесть. Блин, вот они все трое. Он один оказался. Второе яйцо было болтун пропащее. Вот это она клюет. Потому что мы уходим. Мне надо запирать будет. Палеву в погребе загнал. В погреб она у меня здесь вот сидит. А этот здесь. Вот теперь он к отцу идет. К матери даже не подходит. А отец должен ему дать. Если не даст, все, погиб он. Вон та опять на свое пошла. Все. Спрыгивает вниз. Нырнула. Но я показывал как. Теперь этот бегает за ним. Будет он кормить его. Видать, зоб себе еще не набил. Или не очень смочил. Ему надо, чтобы с водой залить. Иначе он задохнется. В горло сухое, у маленького не пролезет. Вот, вода здесь налита в тазике. Они днем купаются здесь. Сейчас, все, захватил клюв. Теперь отрыгивает ему то, что сейчас только ел. Загоняет ему тогда семечки, пшеницу. И теперь пошел кругами, он не знает куда, догнать надо. Вот как бегает за родителями. Снова легко захватил за клюв. Отрыгивает ему. Закачивает. Ну, мало видать ему это. Он не понял, куда, в какую сторону бежать. Потерял отца. А, вон он где. Как тихим ходом своим. Этому не хватило воды, видимо. Боится, как бы сухим его не забить. Ну, ко мне сюда идете. Я вас не хочу пускать на кухню. Ну, догоняй его. Догоняй. Вот он как. Утренний эмоцион.
Тот чуть-чуть сейчас пойдет опять глину клевать. Видать, ему глина достается. В животе-то она размокает. Вот она. Свиньи готовые глину едят. Люди едят. Вот он как раз сюда. Этот туда залезть и не может. Он и не пытается. Совершенно был беспомощный. А сейчас уже крылышками машет. Я каждый день даю репортаж. Вот это сегодня 18 марта. Выборы царя-батюшки будут. Мы молились, чтобы Бог дал мудрого правителя. И кто мне пишет, и не из-за кого, только все. А пусть уж прежний остается. А почему прежний? Так а его, говорит, команда, все уже наворовали достаточно себе. А эти новые-то еще не наворовали. Простое рассуждение у людей. Жить. Да что лучше-то жить? Мирно живем, ну слава Богу. Как-то не было бы, ну живем. А коммунисты придут, шабаш, все, опять скрутят. Ничего нигде не будет, все отнимут. Вот сейчас за ним погонится. Пошел. Дай ему поесть маленько. Отрыгни ему. И он сейчас начинает набирать опять. Все, отдам. Теперь надо скорее набить себе зоб. Представь, дикие, рядом они. И ничего, давай ешь, не смотри на нас. Слушается, что скажешь, то и делает. Интересно, перышки под крыльями, сзади беленькие. Это редко так. Я за всю жизнь видел только одного. Вот грачи прилетают, как смоль. И среди грачей один грач белый был, вот абсолютно, как вот эта бумага лежит. Как? Вот альбинос. Какие глаза, издалека не видать было. Ну, как его рассмотреть-то? Ну, его все равно убьют, кто-то увидит, если с ружьем, обязательно убьют. Посмотреть, как это может быть. Конечно, и там родители с поколения в поколение. С одни Адама, черная. И вдруг белый, как вот тигры бывает, какой-то белый тигр. Это вот так вот уже бывает. Не знаю, у людей вот бывает или нет, чтобы ребенок у негра родился европеидный наружности, или здесь европейцы так сразу подумают, что где-то с кем-то якшалось. Этот надулся, сидит. Голубь как, оно не просто клюет, он клюет и одновременно отбрасывает. Ишь, пшеница везде летит, как курица лапами отгребает от себя. Одной левой, потом правой два раза, опять левой один раз и смотрит, что там было. А когда гребет там, и черви все у нее вылетают. Вот это тоже клюв и на бок маленько. И вот оттуда и вырывает с поворотом в одну из сторон, и все летит у него. Вот жулан, если есть, вот маленькая семечко, ухватит лапами, зажмет и клюет. Ну, большая птица, синица. Жулан такой красивый, там черная, зеленая, желтая, белая у него всякая. Такая красивая пташка. И он один, ни с кем. А воробьи кучкой всегда, они компанейские. Я ушел. Да. Володя ушел. Это вот все он готовит. Еще маленько покажу и все. Он боится, чтобы мы не ходили там, не погружали его. Он сейчас набирает где-то, он сам клювом разбросает, а потом собирает. Вот он идет, сейчас кто-то его увидит. Что он тут подбирает, понятия не имею. Другое дело, тут насыпано. Вот учитывая, что рядом мы находимся, он уже привык, не боится. А если я его выпущу сейчас там, где те голуби, он ко мне уже не подойдет и не допустит. А здесь он привык к этой обстановке. Вот он тот смотрит, что же он делает, клюет. Ему скорее надо учиться клевать. Видимо, он клюет и тому показывает. Это тоже начинает что-то.
Теленку не надо траву показывать, он напьется. Вот. Голову ему пытается что-то гладит клювом. Ему есть надо. Сейчас я их опять должен туда загнать, а их не загонишь, пока он сам не залетит. Ну, тот загнулся и сидит. Все. Это он как будто обирает. И голову клювом все время перебирает, перышки на голове. Вот мне надо их вот закрывать, собираясь уже в церковь идти. Сегодня ребятишки причащаются, там молодежь. Надо все снять. Ну ладно.